тобой точно все норм. Тебе сколько тысяч лет кормили? 10 000 лет? А может уже миллион лет? Ну ладно, всем привет. Это Super Bear Adventure. И в этом видео я расскажу вам, как победить этого... победить злого стража. Но взгляните на этого мишку. Его сколько они кормили? Я понимаю, что исчезающий вид рыб. Ну, какой-нибудь там. Ну, исчезающий вид медведей. Это рекорд. Этого я еще не видел. Вот как ты сохранился? Вот как ты сохранился? Ты еще что-то говорить можешь? Зепхур, ты должен знать пустыню, как свои 5 пальцев. Ты же нашел все монеты. Вообще-то, чтобы я тебя нашел, нужно было найти 125 монет из 150. Так что мне нужно было еще находить еще там несколько монеточек. Ну, в основном, да. Ну, ладно, в этом видео я... да, я уже говорил. Расскажу вам, как... объясню, как вам победить злого стража. Ой, мы уже улетели. Я даже не договорил. О, давайте. Слезаем из точилы на всякий случай. Они нас тут охраняют. Они на нас такие смотрят. Ой! Привет, пчелки! Привет, пчелки! Оп! Мы должны найти карты перед входом в пирамиду. Да-да, я все помню. Спасибо тебе, Чика, что напомнила это 563 раз. Ну или как этот раз еще назвать? Она нам это еще говорила с тех пор, когда мы только разблокировали Пиаматевскую пустыню. Так, прислушаемся к медведям. Они там есть? Мне ли кажется, или я их видел? Прыгаем! Да-да-да, барин, пчелы, да-да-да! Пока что вам заранее объясню. Вот на этом месте, когда страж на меня такой нападает, представьте, что тут злой страж. Вот, мы должны согнать его, например, сюда. Ой, пока он стоит здесь, вот на этой штуке. Ну ладно, проще объяснить. Вот, начинаем. Мы загоняем стража вот... видите? Нет, еще не смог. Вот прям сюда. И пока он здесь, мы должны зайти сюда и ударить его. И так нужно сделать 3 раза. Получить финючки. Покажу вам еще раз, если не поняли. Страж должен встать ровно вот прям сюда. Потом вы должны... А, я не объяснил, смотреть по линии. Вот куда ведет эта кнопка. И вот так сделать. Как он всех своих напарников удалил. О, не получилось. Ой, да опять не получилось. Оп, оп, и столкнули его. Вот. Я раньше тоже, мне было его очень трудно победить, но теперь я все понял, и мне его стало легко победить. И мы освободили Сэнда.
Ну ладно, вы все поняли, я надеюсь. Хотя, я думаю, я все хорошо объяснил. Ладно, всем пока.